А знаешь, что я сделала? Когда вот это было самый разгар, когда в Карабахе, да, я приехала в Баку на гастроли, короче, отпела концерт, пришли мы в ресторан, эти азербайджанцы меня привезли, слышишь? И, короче, эти азербайджан? Не, послушай, они привезли, мы набухали, слышишь? В Дрибадан. И я выхожу, они говорят, спой, Люба Джан, что-нибудь. Не, не Люба Джан, они, Люба, спой. Я выхожу на сцену, все музыканты батлинские. Я говорю, тональность такая, говорю. Я не, я по пьяни, не понимаю, где я нахожусь. И начинаю петь. Это Андроники, Сыров. Они играют и потом постепенно уходят. И я спела. Марчинуки, Джан. 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 Я сталис. Огин мерлем. Джан. 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 Цаватана. Люба Джана, мэр Люба Джана. Нормально, я иду. Это песня, ты не знаешь, какая. Солнышко ты. Солнышко ты наше.